А знаете ли вы, что может автоматическая информационная система НТВ+? Сейчас узнаем. Для входа в систему наберите 8495-755-6789, звездочка-двойка. Следуя инструкции, введите номер договора, карты доступа и добро пожаловать в виртуальный мир НТВ+. Здесь можно узнать свой баланс, изменить подписку, подключить или отключить договор и многое другое. Например, чтобы узнать текущий баланс, наберите 1, затем еще раз 1. Вот и все. Далее вы можете продолжить пользоваться системой или вернуться к своим делам. НТВ+. Удобно, не правда ли? Подробности об услуге можно узнать в справочнике абонента. Итак, настало время пополнить свой абонентский счет. Как это сделать? Да очень просто. Для вашего удобства мы предусмотрели различные способы оплаты. Например, через банки или банкоматы. В магазинах и салонах связи наших партнеров. Через электронные платежные системы. И, наконец, не выходя из дома, банковской картой на сайте телекомпании. НТВ+. Удобно, не правда ли? Подробнее о способах оплаты на сайте телекомпании или в справочнике абонента. А знаете ли вы, что СМС может значительно сэкономить ваше время? Поможет узнать баланс, изменить подписку, подтвердить платеж или подключить услугу «Кинодром». Это просто. Создайте СМС вида «Номер карты доступа», «Решетка», «Код услуги». Например, чтобы узнать баланс абонентского счета, введите код 200. Отправьте сообщение на короткий номер 6788 и все. Ждите ответное СМС-сообщение, которое будет содержать необходимую вам информацию. НТВ+. Удобно, не правда ли? Коды услуг можно узнать на сайте телекомпании в разделе «Абонентам», «СМС-услуги» или в справочнике абонента.